Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Теплый атмосферный фронт смещается на восток от Урала к Оби, а на юге Сибири пока остается солнечный гребень морозного антициклона. А теперь более подробный прогноз. В пятницу 22 марта в Новосибирске небольшой снег со слабой метелью. Ветер западный от 2 до 7, порывы до 13 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 10-12 градусов, днем температура составит минус 2-4. А теперь прогноз на выходные. 23 марта небольшой снег со слабой метелью, в темное время суток минус 6-8 градусов, а в дневные часы ожидается от 0 до плюс 2. 24-го в ночное время от 6 до 8 градусов ниже нулевой отметки, днем столбик термометра поднимется до плюс 2-4. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом все. Желаю отличного настроения.